Приветствую всех, с вами Сенсей, моя любимая NVIDIA. Некоторые мерзавцы говорят, что я там обожаю ее и так далее. Ну, канал они не смотрят, а те, кто смотрит канал, все прекрасно знают, как я отношусь к NVIDIA, хоть и сижу на ней всю жизнь. Да, у нее есть свое преимущество, и меня это радует. Лучи работают намного лучше, чем AMD. Я много об этом говорил и до сих пор раз говорю, что это современный Остап Бендер, который крутит-вертит яйца всем, всему миру. И сейчас мы об этом поговорим, так как он начал терять свои шары, и яйца стали крутить ему. Начнем. Вот мой канал, Сенсей Портал, более 1900 роликов, все можете посмотреть, все есть на канале. 5 плейлистов, избранные игры, более 1000 роликов. Я ни про кого не забыл, будет, значит, Марина 2, потом этот Робокоп, как его называют-то, господи, Робокоп. Фрэнк Стоун, кастинг Фрэнка Стоуна и, конечно, Метро. Софт и железо – это любимый мой плейлист. Здесь все по железкам. Под каждым моим видео есть вкладка «Еще», там мое железо. А так еще есть ссылки, переходы. Если у вас тормозит YouTube, вы не поставили U-Boost, то я позднее выкладываю ролики на Дзен. Ссылки все есть, вкладка «Еще» под видео или на главной странице. Я почему это говорю и всегда рекламирую, и постоянно все что-то ищут. Все здесь есть, так что большой респект всем, кто подписывает, смотрит меня, огромнейший респект. И преогромнейший все те, кто донатит. Извините, если уж я кого-то там обидел, оскорбил, извините. Я такой же дебил бываю, попадаюсь на всякие уловки. Мне это неприятно о себе говорить. Но я на канале много говорю о себе, что и я попадался на всякую хренотень. Ну и скандальный плейлист, он будет сегодня здесь, в этой теме. Новые технологии, это для людей, которые сняли розовые очки и сюда заходят. Фанатам здесь делать нечего, ребята. Сначала очки снимайте, потом заходите. Так, полезно и справедливо, космос, это вот лично мой перевод ролика НАСА. И полезно и справедливо, все вперемешку. Здесь и про русский рунет, и так далее, и тому подобное. Кому-то что-то и будет интересно посмотреть. Сегодня будем разговор пойдет о NVIDIA, может быть, немножко затронем AMD. Давайте начнем, значит. Я всегда делаю такую рекламу своего канала, меня никто не рекламирует. Меня никто ни за что не платит, кроме доната, и всем респект за донат. Поэтому я показываю свой канал. Я также пропускаю в самом начале, всегда проматываю, но если меня заинтересовал человек, я уже смотрю с самого начала. А что он там показывал, что и как. NVIDIA, так, вызвал падение акций, это было 8 месяца, ребята. Акции хорошо упали, серьезно, на 7%. С чем это связано, мы сейчас дойдем до этого. Это не просто так. Ну, поверьте мне, NVIDIA сейчас не в лучшем положении находится. Все-таки шары на самом деле стали у них из рук вываливаться. Правили балом, но сейчас, по-моему, мир меняется. Я думаю, что к чему это все приведет, скажу в самом конце. Значит, вот упали акции, негатив и так далее. Просто они прут напором. Никого не хотят, никаких видеть конкурентов и так далее. Я думаю, что с этим тоже все связано и завязано на этом. AMD отказался от видеопогони. Какой погони? Чего они там гнались? За кем гнались? Он главнюк, ёпта. Он Остап Бендер. Как скажет, так киса сделает. Все, чего родственники эти? У меня есть, вон, все есть на канале про этих родственников. Семейка Адамс. Можете посмотреть, что я о них думаю. Ну, вроде как бы упор делает, что тут у нас AMD так изменил стратегию, акцент с ограничением сегмента, видеокарт и так далее. Энтузиаст расширенный. Ну, чего они тут, кто за кем гнался, непонятно. Какая-то хренотень.
Я вот в это вообще не верю, честно скажу. Это есть такое простое слово — наебалово. Пойдем дальше, значит, Nvidia показал крупнейшее падение в истории фондового рынка в США. Там серьезно взялись за нее, за Nvidia. Нет неприкасаемых у них, понимаете, на? Сейчас вот Маск там что-то уже колдует вокруг него. Так что тут дело серьезное, это пахнет керосином. Вот, рухнули почти на 300 миллиардов долларов. Миллиардов, ребята, не говнины какой-то рублей, а миллиардов. Да еще и на 300, на. Все эти падения на фоне только одного, что мы сейчас поговорим дальше. Так, что тут? Вот обвинил Nvidia о сговоре. Ну, о сговоре уже разговор давно идет, что она просто владеет рынком, и ей нахрен это не надо, и что хотят, они воротят, и плевать на антимонопольные службы, но антимонопольная служба именно заинтересовалась Nvidia, и поэтому у них начались проблемы. Я думаю, что капитализация стала падать только из-за этого. Потому что, когда у них за это дело берутся, извините меня, фирма может погореть, серьезно погореть. Может быть, даже распил фирмы, как это делается за границей, именно в Америке. Фирма раздваивается, чтобы избежать серьезных потерь, набирает обороты, антимонопольное расследование против Nvidia. Видите, Бендера взяли за кукошки, за шарики, которые он начал терять, потому что эти шарики у него могут оторвать. Дело серьезное, и молчком это все не пройдет и не проходит. Вы видите, что творится на рынке, акции падают, капитализация падает. Ну все, я думаю, что серьезно взялись за его кукушки, поэтому тут дело серьезное. Но я думаю, что ему не открутиться. Но. И вот за эту неделю капитализация сократилась на 400 миллиардов. То есть, 100, сколько, месяц прошел, бля, 100 миллиардов он потерял. Вот такие дела. 7-9, ребята, извините меня, но это не древность какая-то она. 8-9 месяц я только посмотрел, вот. Вот такие дела. Я думаю, что пыл, жар у него поубавится. Вот эта улыбка у него, наверное, я думаю, сейчас в данный момент пропала. Он серьезно взялся за штанишки. И так как там уже чья-то рука находится. Я думаю, что это все влияние вот антимонопольной службы. Они взяли его за это место. И я думаю, что появились сложности у него серьезные. Проблемно. И давайте напоследок RTX 5000, она должна выйти. Когда она выйдет? Кто-то слышал? Нет, все, тишина. Я полазил, посмотрел, ничего не нашел. Может, кто-то инфу какую-то найдет про 5000 RTX, я ничего не слышу. Она должна быть представлена в сентябре месяце, как они всегда это делают, выпускают ноябрь-декабрь. Тишина! Я думаю, что 5000 может пролететь в этом году, ребята. Потому что капитализация падает, у них серьезные проблемы. Я не жду уже ее, я не жду в этом году. Ну, месяц еще не закончился, конечно, но какие-то слухи, где эти черти, инсайдеры вот эти, вонючки, ёпта. Где они все? Все разбежались, все держатся за промежности и разбежались. Поэтому я думаю, что дело серьезное, взялись за Nvidia и мы можем не увидеть 5000-ную версию, линейку. Возможно, только в начале 2024 года, может быть, ближе к Новому году они что-то представят. Потому что я думаю, что это будет провал по этой линейке. Именно выход ее не состоится. Вот такие дела. Об этом я хотел вам рассказать. А так, я белый, пушистый. Всем респект. Ждите, игры все будут, ничего я не забыл, ни про кого не забыл. Всем респект.